Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в поджоге автомобиля Ford Transit. Подозреваюсь в поджоге автомобиля. Полицейские при поддержке коллег Росгвардии задержали злоумышленника по месту жительства. Ранее судимый 48-летний подозреваемый пояснил, что накануне водитель автомобиля наехал в лужу и облил его, из-за чего подозреваемый решил отомстить. Ночью злоумышленник вернулся к микроавтобусу, облил капот автомобиля бензином и поджег. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей. Следователям возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полиция призывает граждан решать дорожные конфликты мирным путем и воздержаться от совершения противоправных действий.